Шашки, папахи, задорные казачьи песни, воссозданное подворье. Двор Дома дружбы народов на миг превратился в казачий хутор. В Нурлат съехались казаки из 10 районов республики и соседней Самарской области. На повестке дня актуальные проблемы. Наша родина, родные края – это здесь, Татарстан. У нас одна большая родина – Россия. Но прежде всего мы находимся на нашей, на татарской земле. Здесь мы быстрее друг друга понимаем, быстрее схватываем, понимаем, о чем речь. У нас сложились взаимоуважительные отношения между станицами, между хуторами. Нормальные рабочие отношения с властью. Здесь я года 2 или 3 вообще искал. В интернете, куда кому-то ходил, искал там, есть или нет вообще в Татарстане казаки. Там года через 2 или 3, что мне написали ребята, что есть, давай встретимся. Вот мы в Нижнекамске встретились. Там. Вот сейчас я с 2007 года здесь. Станица Нижнекамская. После заседания для атаманов провели экскурсию по городу, ознакомились с укладом жизни народов, проживающих на территории Нурлатского района. Завершилась встреча праздничным обедом. Ольга Морская, Луиза Гильмудинова, Инсаф Миниханов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».